Почти 600 миллионов рублей поступило в Чувашию на новогодние выплаты детям до 8 лет. Эту и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании. Разовую выплату в 5000 рублей получат более 112 тысяч детей. Выплата производится без подачи заявления. То есть им никуда обращаться не надо. Выплата будет представляться автоматически по тем данным, которые имеются в распоряжении органов Пенсионного фонда Российской Федерации, включая сведения о реквизитах банковских счетов. Заявление нужно подать для получения выплат на детей, которые родились с 1 июля текущего года. Государственная поддержка будет оказана и по другим направлениям. Средства в размере 2,8 миллиарда рублей уйдут на субсидирование ипотечной ставки, предоставление жилья льготным категориям граждан, ветеранам, детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий.